В Салавате отметили 135-летие уголовно-исполнительной системы России. В торжественном мероприятии, посвященном юбилею, принял участие епископ Салаватский Юкумертауский Николай. В 1879 году император Александр III издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало единой государственной системе исполнения наказаний в России. Вот уже 135 лет, как существует эта служба. В честь этой даты в Салавате состоялось торжественное мероприятие в здании культурно-досугового центра «Агидель». Его участниками стали более 1000 действующих сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы. Среди гостей были представители традиционных религий православия и ислама, которые сотрудничают с учреждениями уголовно-исполнительной системы. Первая часть – торжественные поздравления и награждения. Я сердечно и искренне поздравляю вас с сегодняшним 135-летним юбилеем со дня основания службы исправительной системы уголовной. Искренне желаю всем вам крепости духовных и телесных сил, всяческого благополучия, семейного счастья, помощи Божией и, конечно же, терпения в вашей службе. Храни вас Господь на многое и благое лето. Присутствующие священнослужители также вознесли молитвы об упокоении всех погибших при исполнении служебного долга и усопших сотрудников уголовно-исполнительной системы. Наше взаимодействие в плане организации работы с контингентом, с митрополией Уфимской, оно развивается на основании соглашения, которое было заключено несколько лет назад. В рамках этого соглашения священнослужители православные участвуют в проведении работы с контингентом в наших подразделениях, практически во всех. У нас на сегодняшний день действуют 3 храма православных и 18 молельных комнат, где священнослужители занимаются непосредственно со спецконтингентом. Я искренне благодарен за ту работу, которая проводится с нашими подопечными. Она, безусловно, приносит самые положительные результаты.